Возможно, любого человека всю жизнь сопровождает какая-то музыка, любимая мелодия. А возможно, такое происходит не со всеми, а только с людьми с поэтической душой. В жизни Тулемуша Океева есть такая мелодия. Это Эсимде. Песни, созданные еще до рождения Тулемуша. Эсимде. Значит, помню я все. Эта песня к Тулемушу Окееву приходит, как он сам признается, незаметно, как бы сама по себе, когда вдали от родных мест не хватает ему гор, чудного озера Иссык-Куль, или когда он после долгой разлуки возвращается к своему детству, которое проходило в маленьком селе под горою Турасу. Эсимде. Это песня, которая всегда с ним. Она с ним с самого детства. Она его сопровождала всюду. Еще тогда, когда он учился в Ленинграде и в Москве. И тогда, когда он множество раз бывал за рубежом. И нам порою кажется, что именно из этой песни, как зернышко, произросли его первые картины «Это лошади и небо нашего детства». Приезд к своим односельчанам для Тулемуша Океева оказался вдвойне радостным еще и потому, что он вновь увиделся с человеком, бывшим когда-то крепким табунщиком, ловким охотником, беркучи и впоследствии ставшим прототипом главного героя в фильме Океева «Небо нашего детства» Бакая. И этого человека тоже зовут Бакай. Бакай Асымбаев. Одним из уважаемых учителей Тулемуша Океева на высших курсах кинорежиссеров в Москве был профессор, доктор искусствоведения Илья Вениаминович Вайсфельд. Быстро летит время. Я вспоминаю, как я первый раз увидел Тулемуша Океева, когда он был слушателем высших режиссерских курсов. Меня поразил в нем острый взгляд, восприимчивость, неравнодушие, такая какая-то внутренняя, не то что нервность, а возбудимость, способность воспринимать что-то необычное, что-то новое. Я подумал, от этого парня можно многого ждать. Вышла картина его «Небо нашего детства». Я посмотрел ее, действительно необычно, действительно что-то глубокое, что-то серьезное, что-то незавершенное. Я сказал Тулемуше, знаете что, приходите ко мне домой, мы с вами запишем беседу. Неизвестно, для чего понадобится. Мы записали эту беседу, потом я включил свою книжку «Наше многонациональное кино и мировой экран». Мы можем проследить за рождением мыслей молодого художника, как он делал первые шаги. В его картине «Небо нашего детства» есть такой кусок: «Старики уходят с насиженных мест». Кто его знает, как это толковать? Ведь вульгарный социолог, какой-нибудь примитивный человек может сказать: вот строят дороги, строят текстильные фабрики, людей сгоняют с своих мест. Можно по-другому понимать. Может быть, действительно нужно прокладывать дороги. Но при этом не нужно забывать о твоей связи с землей, о твоей связи с тем, что у тебя было вчера, о том, что было на том месте, где теперь проложена дорога. Сохранилась ли природа, сохранилось ли у тебя чувство трепета перед природой, и твое ощущение твоей слитности с природой. Детства я сопоставил бы его картину «Лютый». Это трагедия. И в основе «Лютого» лежит действенное добро. Зачем злишь? Чтоб злее был. Еще нога говорил, что был у него праздник. Не надо убивать его гордость. Какая у волка гордость? Он должен знать две вещи. Для своих быть сторожем, а для чужих волком. Будешь злить, оно на тебя бросится. Вот только бросится. Я с него шкуру сниму. Не трогай его! Вот ты какой. Тебе это не нравится. А? Так защити. Бей.
будем. Вот когда я вырасту большим, а ты будешь совсем старым, тогда я расскажу тебе, чему ты меня учил. Московский международный кинофестиваль – один из крупнейших кинофорумов мира. В августе этого года он проводился в 14-й раз. Кинематографисты со всех континентов представляли здесь свои фильмы. Состоялись встречи коллег, новые знакомства, обмен творческими мнениями. Толемиша Океева и его творчество представляет известный кинорежиссер Эмиль Латяна. Дорогие друзья, добрый вечер. Я испытываю особое волнение. Представляю вам сегодня моего товарища по поколению, большого истинного художника, народного артиста Киргизии, тоже истинно народного Таламуша Океева и его картины. Похлопаем, похлопаем. Похлопаем, потому что за плечами этого сегодня нарядно одетого человека стоят дни и ночи бдения, мучений, голода, холода, адской воли, горения и самопожертвования. В далекой Киргизии, оказавшейся родиной большого искусства, родиной Чингиза Айтматова, творчество которого стало высочайшей меркой нравственности и таланта в мировом масштабе, нелегко творить, ибо каждый художник понимает, что эта мерка – это есть рубеж усилия, тот предельный рубеж, к которому надо стремиться. И вот мой коллега по поколению Таламуш Океев, который как будто вчера, так же как и я, был робким, шагающим, начинающим режиссером, ныне является принадлежностью советского и мирового кино. Я не без гордости назову вам сегодня те фестивали, те соревнования мирового класса, где он побеждал, и вместе с ним искусство этого талантливого киргизского народа. Фильм «Небо нашего детства», «Золотая альпийская ветвь» в Италии, почетный диплом Сергей Франкфурт на Майне, и заметьте, как и впоследствии, премию за лучшую режиссуру на нашем очень строгом всесоюзном кинофестивале, где, в общем-то, ошибок не прощают и конкуренция довольно высокая. Фильм «Лютый», гордость нашего советского киноискусства. Фильм, принадлежащий сейчас мировому киноискусству. Он получает номинальный приз в Лос-Анджелесе, приз Американской киноакадемии. После этого фильм «Лютый» становится участником крупнейших всемирных кинофестивалей в Лондоне, Чикаго, Белград, где собираются наиболее выдающиеся произведения, олицетворяющие развитие и пути, и поиски мирового кино. Яблоко. Почетный диплом в Локарно открывает Московский международный кинофестиваль. Фильм «Улан» опять приз за режиссуру, приз за профессию, приз за мастерство, за умение выражать свои мысли в новых формах, за пути поиска. Приз за лучшую актерскую работу получает прекрасный, мужественный и нежный актер Сулейманкул Чокморов и госпремию Киргизской Республики. Дилэш, прошу тебя. Глория, Николай. Глория. Глория. Раньше я был хорошим, трезвым. Ты меня любила? Ты вот таким меня можешь любить? Я тебя всегда буду любить. Нет. Врёшь. Врёшь. Врёшь, Гуля!
отец, Азат! Я тебя прошу, Азат, не все надо! Все, у меня не радуйся! Отец, Азат! Хотели меня видеть таким? Вот он я. Ну что же, молчите. Воспитывайся. Получайте. Азат, Азат, что ты говоришь, опомни! Фильм «Золотая осень», приз за режиссуру на всесоюзном фестивале в Вильнюсе. И, наконец, потомок Белого Барса. Он получает приз на родину в Киргизии. На престижном фестивале в Западном Берлине, в жюри, где были люди прямого открытого сердца, высоких эмоциональных порывов, Жан Маре, Альберто Сторди, фон Зюдо, вручают картине «Серебряный медведь». Выдающийся советский кинодраматург, герой социалистического труда Евгений Иосифович Габрилович. Это человек, который растет от картины к картине. Я хочу заметить, что даже в его большой последней картине, которая такая как бы костюмная и такая историческая, он рассказывает об истории так, как будто он рассказывает о сегодняшнем дне. Ты смотришь эту картину из дальнего-дальнего прошлого, из эпоса народа, и видишь в нем сегодняшний день. И чувствуешь, художник рядом с тобой, и он рассказывает тебе не о том, что, и не только о том, что прошло, но о том, чем живет народ сегодня. Известный режиссер из Алжира Мухаммед Слим Риад. C'est la rencontre avec le jeune réalisateur de ma génération, jeune réalisateur de l'époque, Okaïev. Я очень хорошо помню и дорожу. Это первая поездка в Советском Союзе, потому что мне посчастливилось познакомиться тогда с режиссером Окаевым. Eh bien, lui, il a fait ses films qui ont eu beaucoup de succès, puisque j'ai appris qu'il a obtenu l'Ours d'Argent au dernier festival de Berlin. Он, я слежу за его творчеством, и таким образом я узнал, что получил недавно приз в Берлине «Серебряный». Один из ведущих польских кинорежиссеров Ежи Гофман. Каламуш – редкое сочетание прекрасного человека и прекрасного художника. Есть довольно много талантливых людей, но то, что талант сочетался с большим сердцем, широкой душой, это бывает редко. Recordando el soldado valiente, cuyo ejemplo se hiciera inmortal. Со всемирно известным американским певцом, борцом за мир Дином Ридом, Телемиш Океев подружился еще раньше, до Московского кинофестиваля в Германской Демократической Республике, где в октябре 1984 года проходили Дни киргизского кино.
Делегацию кинематографистов Киргизии возглавлял депутат Верховного Совета Киргизской ССР, народный артист республики, кинорежиссер Төлөмүш Океев. Всесоюзный кинофестиваль в Минске. Главный приз фестиваля присуждается кинофильму «Потомок белого барса». Своими мыслями о Төлөмүше Окееве, о его творчестве делится герой социалистического труда, народный писатель Киргизии Чингиз Айтматов. Төлөмүш Океевдин чыгармачылыгы жөнүндө ой жүгүртүш мен үчүн абдан кызык иш. Анткени Төлөмүш Океевдин бүт чыгармачылык турмушу мен ушундай деп ойлойм, ушу мен көз алдымда өткөн бир кызык тагдырлардын бири, мен замандаштарымдын бири. Менден албетте кичүү болсо дагы мен аны ушул өз катарымдагы кыргыз элинде ушундай бүтүн өмүрүн, жан дилин. О творчестве Төлөмүш Океева размышлять для меня всегда интересно, потому что вся его жизнь есть одна из интересных творческих судеб, которая сложилась буквально на моих глазах. И он сам является моим современником. Конечно, я старше его, но несмотря на это, я его считаю своим соратником в нашем общем стремлении. В чем же главные достоинства творчества Төлөмүш Океева? На мой взгляд, в своих произведениях он сумел отразить изначальные истоки нашей истории, нашей социальной жизни. К примеру, возьмем кинофильм «Поклонись огню», картину Абуркуе Салиевой. Эта картина, по-моему, стоит в первых рядах среди фильмов, раскрывающих тему революции. Есть еще один момент, связанный с Төлөмүшем Океевым. Это, по-моему, то, что он национальный художник. Он верно и глубоко понимает национальный характер искусства. Национальное в искусстве. Проблема очень серьезная. Это бесспорно. Но поднять его национальное до каких-то общечеловеческих звучаний, обобщений, не каждому под силу. И тут тоже Төлөмүш Океев показал себя истинно большим художником. Какое бы произведение его мы ни взяли,
начиная с неба нашего детства и кончая его последним эпическим полотном «Потомок белого барса», любая из них насыщена богатым национальным колоритом, пропитана национальными чувствами. И все это в фильмах Тулемы Шоукеева, как я уже выше отмечал, приобретает общечеловеческое значение. Поэтому место и заслуга Тулемы Шоукеева, как и в нашей национальной культуре, так и в общечеловеческом понимании, является весьма солидным и содержательным. И это дает нам основание заявить, что Океев – яркая звезда культурной жизни киргизского народа. Я так думаю. Жалпы дүниелік аренаны алып қарағанда мұна ұшу тармақтардан. Төлемі Шөкеевтің орду абдан салмақты, абдан маңызды. Мұна ұшының өзі Океевтің қырғыз елін маңдайында бүткен бір жарқыраған жылдыз екен абдан дәділдеп тұрады деп ішенемін. Ошондай деп ойлаймын. 10 апреля 1985 года в Большом Кремлевском дворце состоялся Объединенный пленум творческих союзов СССР, посвященный 40-летию Великой Победы над гитлеровской Германией. Наиболее значительные произведения киноискусства Киргизии ярко раскрывали тему современности и истории нашей Родины. Там на Западе критики назвали наш национальный кинематограф киргизским чудом. Я хотел бы добавить к этим словам лишь следующее. Как известно, чуда на свете не бывает. Но если и свершилось такое, то это чудо советское, социалистическое. Предстоит напряженная работа. И главное – нести людям правду жизни. Не лгать, не трусить, верным быть народу, любить родную землю-мать, чтоб за нее в огонь и в воду, а если надо – жизнь отдать. Это было жизненным принципом Василия Теркина, бессмертного героя Александра Твардовского. Это прекрасный образец для подражания. И она именно, эта великая, всепобеждающая народная правда самой жизни, служит для всех нас, художников, немеркнувшим ориентиром, к которому стремлены все наши помыслы, все наши практические дела, как художников, как коммунистов, как граждан великой страны Советов. И вот я вспоминаю, что в нашей беседе о небе нашего детства Таламуш сказал, что тот, кто не вобрал природу в детстве, тот очень многое потерял. И вот это добро, это ощущение родной земли, оно лежит в основе всего, что делает Таламуш Океев.